Здравствуйте. Здравствуйте. Ожидаю там. Пока еще нет. Вы бронировали столик? Да. Здравствуйте. Вы бронировали, да? Да. Что вы делаете? Подожди, я пометил вот эту корочку показывал. Можешь вот сюда ее тогда показать. Зачем? Ну, в прямом смысле, зачем? Мы всех осматриваем. А, ну, начальников и начальников. Сумочку открыть? У вас документы есть, короче? А, зачем мне документы? Что зачем? Ну, я на работе. Ну, зачем вот это тоже показывать? Ну, потому что мы же не Ну, вы же не при исполнении. Ну, вы же при Я постоянно при исполнении. Да, сколько надо не поделать. Ну, можно? Да. Извините, что-то ребята вы не помните. Я тоже знакомый рабочий, ничего не посадил. Отправь этот экипаж ко мне сюда на помощь, в 7-5. Ну, 7-5, он напротив Будина. Разочинский, блядь. А что у вас этот экипаж я просил на 7-5? Ну, что-то долго они едут, в центре долго едут. По Дублину где-нибудь. Здравствуйте. Вы эти граждане. Вот при обходе территории вот эти граждане. Ну, по ориентировкам походят, у нас разное нападение. Нужно поставить, а где полицейский 6. 6? Да. 6. Водогород? Да, не Водогород, да. Вещи где? Ну, у нас же есть тоже свои инструкции. По работе. А что там женщина? Уважаемые, вы ничего не побольше будете, да? Потому что в следующий раз вы вместе поедете со мной. В следующий раз. Зачем? Как зачем? Ну, вы пока еще ориентировки не подходите. Не подходите. По другой будете подходить.